встреча с командой Granollers 2008 года. Товарищеская игра в этом выезде, нежданно организованная. Нет, поэтому будем считать каждую четверть последнюю выставку. Научился трешку кидать. Майя вообще ничего не умел. Отбор! Ребаунд! Аут был, но я один не видел.
На домашнем такой цели. Боремся!
перехват, перехват. Ох, хороший пас. Вещи, забегание на голову. Супер. Подбор прошел. Прессинг, прессинг, прессинг. Прессинг, супер. Нормали, нормали. Пойди, Семен. Вторая челюсть закончилась. Пойду узнаю еще. Счет после второй четверти 25-18 в пользу Travel Team. 25-18. Не говорит по-русски еще. Подстраховка. Yeah.
сверху. Красивая.
Сколько? Ну ладно. Сказал я, что у нас ехал Давид.
потому что мы потеряли габаритов. Крем сыграли. Ух, как уверенно со средней. Прихват, но не завладел. Хорош, хорош, давай, давай, давай. С рукой. Thank you. Thank you.
пойдет. Заключительная шестая четверть. Мы сыграли 20-0 при ведущей. Good. Первый забил Криш. Второй тоже. Ну, четко.